Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня напишем осенний пейзаж по мотивам художника Роман Бажков. Нечаянно попался он мне в интернете. Мне захотелось повторить его работы. Они вроде бы и детализированные, но по-своему они такие художественные, легкие, приятные глазу. Сделаем миниатюрочку, чтобы все понять. Нам этого хватит. Пишу на тройничке краски. Можно индиго, но у меня это сажа газовая. Это голубая ФЦ, это Марс оранжевый, можно умраженная. Кадмий желтый темный, кадмий желтый светлый, краплак красный. Это розовая краска, холодная. Зеленая, я не знаю, пригодится она или нет, сейчас посмотрим. И титановый белила. Берем кисть двоечку. Любую кисть, в принципе, берем, просто расставить. Макаю разбавитель. Давайте Марса мы сделаем. Примерно до трети. Вот здесь нам нужно зайти. Бугорок будет вот так. Сейчас мы примерно... Сам горизонт, это 20 на 30. Сам горизонт я сделаю вот так. Почти посерединке, слегка ниже. То есть верх неба мы делаем чуть-чуть больше, нежели низ. Вот так, жиденько разбавить. Здесь тоже неровно. Нам даже не обязательно прям каждый склон, конечно, повторить. И здесь отступлю сантиметров 8. Вот так, здесь ямка будет темная, бугорочек, здесь деревья. Деревья мы пока не будем трогать. Здесь будут такие травинки. Прям точную копию мы постараемся просто по колориту повторить. Каждую травинку не будем делать. Теперь возьму кисть. Побольше кисть, овальную, либо ровную. Какая вам больше нравится, такую можно. Побольше номер берем. Макаю в разбавитель, тройничок, беру белилки, делаю такую мягенькую, так, беру сажу газовую, голубой ФЦ, сажа газовая, голубая ФЦ, и розовиночку, попробуем так зайти к этому оттенку, больше розовиночку возьму, чтобы более такое теплое у нас небо было. Можно даже больше сажи газовой и капельку больше розовой. Где-то вот так. Вот здесь можно сразу больше белилок. Я просто, видите, взял больше белилок, прямо на холсте подмешиваю. Вот эта область у нас будет самая светлая. Можно даже еще будет, сейчас посмотрим, скорее всего, еще больше белилок здесь делаем. Может быть и нет. Посмотрим сейчас. Взял еще разбавителя, берем... Ой-ой, много взял? Много взял. Ну ничего, сейчас... Вот этот край у нас темнее нам. Так, розовиночку. Розовиночкой тоже не перестараться. Если слишком вот такое фиолетовое получилось, его вот сюда к низу. Здесь более фиолетовое. Более даже чисто такой фиолетовый. Теперь больше белилок. Быстренько закрасить. Больше белилок. Вот здесь сделаю. Больше розовиночку. Более светлая, но не настолько, насколько вот эта светлая. И с розовиночкой для теплоты. Слишком, наверное, мало получилось светлого. Ничего, мы сейчас низ вот так сделаем. Можно больше розовиночку взять.
более фиолетовый сделаю цвет. Вытру кисть, белилки, розовинка. Вон здесь светлее, светло-фиолетовым, чуть-чуть больше в фиолетовую сторону. И вот сюда чуть-чуть. Вот такое посветлее. Вот сюда чуть-чуть такого. Мягко разойтись вот этим самым светлым. Здесь у нас непонятные кустики. И вот этот угол тоже слегка вот такой в центре можно сделать. Даже чуть-чуть прям больше белилок возьму. И еще больше света кину. Просто белилок подмешаю. Оно все равно у нас подмешиваться будет с остальными красками. Но мы сделаем более ярко. Подкорректируем то, что нам где не нравится. Сделаем там, где нужно, ярче. И нам примерно нужно вот так половину холста закрасить. То есть половина холста вот так должна быть светлая. Ну вот этот угол тоже слегка вот такой темнее, но не намного. Чуть-чуть темнее. Тоже должен быть светлый. Не такой, как вот этот. Здесь деревья кинем, и оно будет так, как нужно. Можно низ такое, как растительность, оставить слишком, не выкрашивать, если светлое, много света не заходить туда. Ну, так оставить, как будто там какие-то кустики, что-то такое. От темного, вот если я сейчас выйду сюда, оно будет слишком темное, мне так не нужно. Я вот здесь чуть-чуть подкорректирую, вытру кисть, беру снова белилок, корректирую светлое. Видите, темное снова получается. Мне это не нужно. Лучше вытереть кисть и подкорректировать. Пусть у нас здесь останется вот такое темное, непонятная растительность в тумане. Давайте кинем низ, полностью закроем холст и будем идти дальше. Давайте, наверное, чтобы было проще, возьмем снова наш Марс оранжевый. У нас будет вот здесь дерево. Это мы для себя. Примерно где у нас будет зелень? Вот так зелень. Вот сюда уйдет такая дорожка. Вот здесь по над краем зелень. Чуть сюда уйдет. Чтобы нам было проще расставить, где зелень. И вот эта часть более зеленая. Вот сюда зайдет дорожка светло-желтая. Чтобы нам проще было понять, где что. Чтобы зеленым не заходить на вот это светлое, в основном будет листочки. Вот так зелень, но здесь можно не показывать. И за деревом, дерево где-то будет вот здесь. И вот этот край зеленый. Я для себя показал, вы уже посмотрите, чтобы вам было все понятно. А над деревом вот так пройдет зелень, здесь чуть листочки. И в основном зелень. Вот теперь можно начинать. Можно этой же кистью сразу. Добавил умбру жженую. Марс слишком теплый. Можно обходиться ним, добавить сажу газовую туда, но проще взять умбру жженую. Я это возьму, даже слегка уберу. Слишком яркий, мне не нравится. Умбра жженая, белилки. Все равно Марс оранжевый туда же добавить. Просто так проще контролировать. Вот такое светло-коричневатое такое. Да, ну и с желтым, ну вот сюда выходим, можно уже больше желтого кинуть. Вот здесь прям больше белилок. Теперь Марс оранжевый. Можно умбра жженая, либо Марс оранжевый. Здесь слишком светло. Можно слегка светлее сделать. Где светлая с желтым. Вот это я стараюсь тоже делать не слишком плотно. Вот здесь такое темное. Чтобы поверх этого накидать еще посветлее. Чуть-чуть темного, чуть светлого кинем. Больше взял розовый, беру больше белилок. Желтый берем. Где светлая. Вот так все быстро закрасить. Без каких-либо деталей. Это сюда можно зайти.
Зеленая, можно брать голубую ФЦ, желтый, Марс оранжевый. Если не брать, если зеленый не брать, можно вот такой, даже у края больше белилок. Вот здесь, где более светло, более разбелено, чтобы было. Можно больше желтого добавить. Потеплее чуть-чуть. Находим, где у нас есть такая зелень. Здесь есть и потемнее, но сначала вот такое проставлю. Вот так, сходимся с горизонтом. Туманно, видите, я точно ничего не показываю. Там все перекроется. И вот сюда тоже вот такое накидать. Вот так, как там проходит наша зелень. Вот здесь, в общем, накидываем вот так зелень. Мы когда деревья кинем, еще подкорректируем, потому что я сейчас точно не вижу, где у нас есть деревья. Здесь можно слегка больше голубой ФЦ, Марс оранжевый, чуть-чуть потемнее вот здесь. И вот здесь, где темнее, тоже вот такая. А где самое темное, можно Марс, можно голубая ФЦ, Марс оранжевый. Даже можно без сажи газовой. Такие же можно делать и деревья. Вот так, видите, оно почти черное. Оно не черное, конечно, но почти. И вырисовываем. На низ можно даже, если хочется. Самое, где темное. Ну, видите, оно и так почти черное получается. Можно сажу газовую не использовать. И к низу вот так растушевываем. Видите, оно зеленоватое все равно получается. Вот нам вот такое отражение и нужно. Вертикальными движениями показываю отражение. Водичку надо было сразу сделать, пока у нас были такие оттенки. Ладно, мы их повторим с легкостью. Они у нас, в принципе, остались. Наносим сюда водичку. Тоже, где побольше белилок. Вот здесь больше света, больше белилок. Видите, я быстро закрашу. Углам потемнее. Ну, то есть точно так повторяем. Здесь будет растительность. Здесь слегка темнее к этой стороне. Эту сторону чуть-чуть темнее. Водичка у нас всегда такая же, но слегка темнее. Вот где самое светлое проставляю. Вот здесь оно. Можно вытереть кисть. Сначала делаю вертикально, теперь вот так сделаю горизонтально водичку. Вот так. И само отражение тоже вот так разгладить. Я сейчас его еще добавлю. Но вот так пока оставим. Докидаю вот такую зелень, уже закрашу холст и начнем деревья. Вот здесь теневая я беру больше в сторону коричневой. Вот здесь. Больше теплого. И вот эта часть тоже. Она тоже темная, но больше в сторону коричневой краски. И можно вот так слегка наверх выводить. Здесь, здесь чуть-чуть, чтобы показать, что небольшой есть, как бы полукругами делать. То есть вот так. Здесь делаем зеленый, но больше к
коричневатый. Те же краски, голубая ФЦ, Марс оранжевый, кадмий желтый, темный. Но более коричневая. И белилками контролируем, насколько светлое нам нужно сделать. Здесь больше желтого добавить. И белилок. Где более светлая зелень. Книзу вот такой темно-коричнево-зеленый. Можно этой же кистью. Хорошо вытираем ее. Можно взять сажа газовая. Вот этот цвет неба, но слегка темнее. Можно и тоненькие. Слегка тоже, чтобы оно с теплым было. Либо Марс оранжевый, либо вот такой, как мы фиолетоватый делали. Здесь накидываем деревья. Вот здесь. Он снизу как бы в тумане. Снизу делаем не слишком, чтобы заметно было дерево. Либо вот, вот так сделать можно и слегка низ кистью, которой делали небо, слегка растушевываем. Если получилось, что слишком видно ствол, низ растушевываем. В туман его заводим. Накидываем такие деревья. Вот такие они почти прозрачные. Здесь толще дерева одно вот так, пусть такое кривое дерево. Тоненьких веточек от них можно понакидывать. И вот это дерево, вот здесь мне, снова-таки оно мне не нужно, я его уберу в туман. Можно эти чуть-чуть затуманить. К этому краю можно слегка в этот же замес, в цвет неба, капельку добавить сажи газовой, либо индиго, чтобы они слегка темнее были. Вот так, чтобы их тоже было видно, но не слишком. Это все равно деревья более средний план, чтобы они не слишком были видны. Вот так в тумане. И накидываем такие деревья. Ближе к вот этому краю можно больше розовиночку взять. Потеплее. Некоторые тоже вот так еле-еле заметные. Где мне нужно больше оставить краски, я их слегка больше придавливаю. Где полупрозрачно, я чуть-чуть прикасаюсь. Вот так они такие в тумане. И еще, друзья, разбавляю более жидко и на кисть не беру много краски. Будет много краски, будет слишком плотно получаться. Более жиденько, не набираем много краски, чтобы вот разок провели, осталось одно дерево. Вот потренируйтесь на одной области, получается, идите дальше. Сразу пробуйте вот такие тоненькие, чтобы не слишком плотное. Пореже разбавляем, естественно, угадываем по тону, чтобы не слишком темные, потому что это дальний план. И немного краски на кисти. И все будет получаться отлично. Которые поближе деревья, можно более темные их делать и слегка толще. На эти деревья мы кинули, можно еще вот таких больше с сажей газовой. Где-то вот здесь потолще дерево кинуть. Таких небольших с Марсом оранжевым возьму. Вот такие небольшие здесь, такие корявенькие поставлю. Здесь кустики будут. Это я подготовлю для кустиков. Можно здесь чуть-чуть.
Больше возьму Марс оранжевый. Вот здесь такие как пенечки. Кривые. И тоненькие есть. Тоже больше возьму Марс оранжевый. Вот так, более жиденько, коричневатые. С розовым. Цвет неба. Чтобы не слишком темное. Но темнее, чем вот эти. Вот, нужно слегка темнее. Смотрим, подбираем. Вот так оно темнее. Видите, оно более ярко выражено, это дерево. Теперь больше сажи газовой. Сюда же с коричневым, но еще темнее. Какое-то вот такое кривое дерево вот сюда ушло. Постепенно выходим. Вот здесь есть дерево. Вот здесь будет самое большое дерево. Рядышком тоже менее темное, еще больше. В нем воздуха, нежели вот этих самых передних. Вот такое оно кривое. Пусть такое будет. Теперь еще больше. Марс оранжевый, сажа газовая. Потемнее. Вот это дерево. Потемнее должно быть. Оно ближе к нам, поэтому оно самое темное. Выводим его. Не получается сразу темное. Проводим еще раз. Заодно корректируем. Веточки можно. Вот это дерево тоже можно темнее сделать. Есть вот такое здесь темное. Рядом возле вот этого дерева, где-то вот здесь. За вот этими пенечками давайте еще одно сделаем дерево. Вот здесь выходит сбоку дерево. Ставим его. В общем, находим деревья, проставляем. И цветом неба, которое светлое на деревьях, мы цветом неба это все и корректируем. Проставляем все деревья. Здесь больше вот такой с Марсом оранжевым. Оно потемнее, но не настолько. Вот здесь оно. Вот так. Слегка можно его потолще сделать. И более теплое. Больше Марс оранжевый взял. Видите, я не стараюсь их ровно делать. Я наоборот стараюсь каких-то даже волн добавить. Если у меня слишком ровно получается, лучше кистью как-то самой рукой вести. Чуть-чуть как дрожащей рукой. Вот такие здесь есть тоненькие, аккуратненько. Такие кривые деревья, потемнее. Вот так. Здесь еще одно вот такое кривое. От него отходят маленькие веточки. Тоненькие веточки. Лучше брать кисть потоньше. Давайте кинем толстое. Больше Марс оранжевый. Сажа газовая. Вот здесь вбок выходит дерево кривое такое. К низу больше сажи газовой. И вот такое оно. Вот такое какое-то кривое. И рядом еще одно. Темное большое. Они здесь почти сходятся, делаем вот так, как-то слегка наискосок, вот так. Можно кистью единичкой, можно этой кистью, но этой может быть сложно, вот таких тоненьких веточек вывести. Вот так они тоже кривые, вот такие, не нужно их вырисовывать ровные, наоборот, нужно вот такой, такая кривизна добавит какого-то интересного вида. В общем, повывожу сейчас еще вот таких веточек. Где-то здесь такую кривую. Добавить мелких деталей. Такие полупрозрачные от вот этого дерева. Видите, я просто от этих деревьев растягиваю. Где-то полупрозрачное. Может добавить вот такого еще более видимое. Как делали вот эти деревья, вот таких веточек подокидывать.
От этих деревьев ведь тоже какие-то веточки должны выходить. Если даже они будут как бы в воздухе висеть, ничего страшного. Я не постараюсь прям каждую веточку подвести к дереву, просто добавить. Давайте чуть растительности кинем, коричневатый с вот таким серым. Слишком. Контролируем цветом неба. Что-то вот такое кинуть. Есть листва. Где-то здесь чуть-чуть. Видите, оно получается все как бы в тумане, утоплено вовнутрь туда. Уходит в туман. И выходит чуть-чуть сюда. Вот так прям растушевываю, видите? Просто ввожу там кистью. И оно само подмешивается с цветом неба. Получается менее темное. Коричневое с цветом неба. Добавить вот такое еще. Похожий на листву на заднем плане. Что-то здесь такое добавить. К низу как кустики на заднем плане. Если нужно, корректируем дерево. Можно листву было, нужно было сразу кинуть. Ну, это уже не столь, конечно, важно. Все это корректируется. Вот так усаживаем деревья. Слегка к низу растягиваю, чтобы они вот так не просто торчали. Мы сейчас еще на это все зайдем листочками, которые будем кидать. И вот этой зеленой травкой. Веточки, я думаю, все понятно. Где что нужно, что не нравится, я корректирую сразу, если мне что-то не нравится. Их желательно сделать темнее, потом вот таким цветом неба слегка светлого добавить. Можно еще темнее их поделать. Самые темные деревья можно вот так оставить, вот это светлое просто темного добавить. Вот так, чуть-чуть неровностей добавить каких-нибудь. И здесь вот эту сторону хочу капельку темнее хочу сделать. Можно этой же кистью взять кадмий желтый с вот этим отдельно. Можно кадмий желтый светлый, голубую ФЦ, белилки коричневый. Нет, кадмий желтый темный. Слишком нужно более желтое, слишком зеленое, больше в желтую сторону. Кадмий желтый добавить, чуть-чуть голубой ФЦ. Вот такой растительности, более на задний план ее кинуть. Снова таки белилками контролируем. Вот здесь находим такое, перекрывает оно низ вот этих деревьев. Более мутная. Нет, и тут чуть-чуть. Желтый и светлый желтый взять. Вот этот же замес, но более яркое. Тоже задний план вот это все делаем, ну как бы плотно, но в меру, не слишком, я не стараюсь там прям очень-очень плотно сделать. Вот такая отдельная листва, это слегка ближе, которая, она ярче чуть-чуть, и вот ее можно слегка плотнее делать. Вот это, которая заднюю листву, заднюю делали, ее я старался вообще не слишком плотно. Пока оставим нам, все же больше в кадмии желтый темный, более желтые, не яркие желтые такие, а более темный желтый. Пока оставим. Корректируем зелень. Где у нас есть потемнее зелень? Добавить потемнее. Зайти на стволы. Точно так, как делали ту зелень. Голубая ФЦ. Кадмий желтый. Капельку можно коричневатый взять. Находим, где у нас более темная зелень. Нужно светлее. Делаем светлее белилками. Зацепил кистью деревья, и оно размазалось. Вот так, чтобы как бы туда уход. Можно чуть-чуть добавить такой зелени, но больше с белилками. Вот этот, что делали для листьев, светлый. Вот так добавить еще. Здесь больше желтоватый, с вот таким, с Марсом оранжевым. Сюда дорожка как бы уходит. И с белилками тоже посветлее.
мелочушечку какую-нибудь довырисовываем. Так, ну сначала давайте я начал одно. Давайте зелень доделаем. Нужно светлее, берем больше желтый и белилок. Ну, в меру, чтобы, допустим, вот здесь слегка хочу светлее кинуть, чтобы оно вот так как-то смотрелось. Видите, чуть-чуть зашел на дерево, и получилось, что я его как бы еще больше усадил в землю. Корректируем форму зелени. Здесь на низ можно еще подмешать зелени. Добавить нужно желтый темный. Даже вот здесь, где у нас, казалось бы, нету зелени, я все равно кое-где вот так такими небольшими пятнышками ее покажу. Лучше листвой где-то ее закроем, где-то не перекроем. Пусть у нас мелькает зелень. И вот здесь теперь нужно вот такой светлой зеленью к низу порастягивать. То есть вот так чуть-чуть к низу показать ее. Это чуть-чуть ниже заходим. На самое темное. Можно слишком переборщим, можно темным разрезать вот это светлое. Нужно контролировать, чтобы сразу можно чуть потемнее зелень кидать, а потом самое светлое кинуть. Тоже где-то просветы будут зелени. Таким же образом делаем здесь зелень. Я как бы к низу растягиваю, чтобы показать, что здесь бугорок. Здесь нужна более темная зелень. Сначала вот здесь она прям к низу зайдет вот так. Видите, просто либо снизу вверх протягиваю, либо к низу. Можно больше с коричневым взять, чтобы темная зелень вот так все равно потемнее сразу кинуть, потом разрезать светлым. Ну, даже мне что-то, если мне не понравилось, я взял, добавил темное, сделал темную зелень, голубую ФЦ с Марсом оранжевым. И вот так, что мне нужно, корректируем. Где-то либо мало темного. Сразу корректируем, выводим сейчас. Вот так уже пройду всю зелень. Здесь больше с желтым. Здесь более горизонтально, по плоскости. Здесь тоже можно более темное накидать сразу. Это можно уже делать слегка плотнее. Но темное старайтесь делать не слишком плотно. А которое светлое, можно прям мазочек поплотнее. Вот, где светлое, можно взять побольше сразу желтого. И вот так более плотненьким мазочком. Заодно и показываем форму. У нас сюда как-то ушла травка, вот это сам бугорочек, выступ. Разбавляю, чтобы более мягенько было уже. Сразу делали более жиденько, теперь чтобы хорошо мазочек лег. Здесь листвой перекроем, просто вот так добавить. Она как бы грязь получается, но больше грязи, больше связи. Художники так шутят. Показываем здесь, можно еще больше желтой. Вот такие все мазочки. На референс посмотрите, там не вырисовывается травка. Просто чтобы сдалека было похоже, что это травка. Нам не нужна никакая конкретика. Просто похоже, что травка. Сама пластика мазочка нам покажет, что это лежит травка. Мы ведь все горизонтально делаем, либо по форме закругляем чуть-чуть. Здесь можно вот так слегка какую-то пушистость кинуть. Коричневый и голубая ФЦ, чуть-чуть голубой ФЦ. Темным вот так к низу растянуть чуть-чуть. И у самого края больше с голубой ФЦ вот здесь, где темнее. Вот здесь это не отражение, это тень под склоном. Можно чуть-чуть добавить вот такого коричневатого отражение. И здесь больше с желтым на край. Вот здесь такой у края
зеленовато-коричневый. Ну, то есть мы здесь все сразу правильно делали. Вот так. Я просто добавил больше отражения, чтобы было. Кистью, что делали небо, повторяем все. Просто я повторяю из-за того, что мне нужно вот это отражение сделать мягенько. Я очень аккуратненько держу кисть. И вот так аккуратно-аккуратно. Именно отражение. Вот это я не трогаю. Можно даже сначала было сделать вот так вертикально, а потом горизонтально. И тогда мы делали так. Просто я сразу делал другой кистью вертикально, а горизонтально делал уже вот это. Ну что нам осталось, друзья? Теперь накидаем более темных листочков. Марс оранжевый, кадмий желтый. Находим, где у нас есть потемнее. Можно их чуть-чуть проставить везде. Особенно, где самое темное, больше темного нужно оставить. И вот такими мазочками, просто похожие на листики. И видите, даже большой кистью, двоечкой, картина маленькая, но можно и такой. И маленькие вот такие делать, если нужно. Можно побольше их делать, наоборот, удобно. Тоже стараюсь их более горизонтально ставить. Если нужно, разбиваем слегка вот это темное, где слишком толстый. Вот, допустим, получился темный листик. Я там несколько раз вот так проставляю. Оно становится, во-первых, менее темное и приобретает другую форму, если мне нужно. Марс оранжевый, он сам по себе теплый. Нам он хорошо подходит. Слегка светлее вот таких листочков чуть-чуть накидать. Где-то пусть темнее остается. Если осталось слегка темнее, вот так чуть-чуть темнее добавить. Заходим на травку, подмешиваем с травкой, чтобы оно непонятно было, где листик закончился, где началась травка. Вот так вот здесь слишком явно темные листочки. Я просто слегка это перебил. Вот так, повозился там, стало менее темное. Можно сделать отдельно, взять кадмий желтый, белилки и марс оранжевый, но больше в желтую сторону. Вот такие они слегка поярче. Накидать такого. Потом вот такой светлый. Еще более светлый. Самые светлые участки находим. Точно так, такими же мазочками аккуратненько добавить самое яркое. Где самое яркое, побольше белилок. Вот здесь будут яркие участки. Вот так нужно показать, где у нас больше света падает. Вот так докидать. И здесь кое-где тоже такое светлое можно кинуть. Можно кистью поменьше это все делать. Можно такой, какой удобно. По чуть такого разнообразия кинуть. Здесь слишком светлое не нужно. Мы, в принципе, почти угадали по тону. Поэтому слишком... И вот это, кстати, можно делать более пастозно. Что не нравится, я могу взять травкой и перебить. Либо тем цветом, который был до этого, более темным. Если где-то слишком яркое, допустим, либо мне что-то... Какой-то неправильный мазочек. Все это можно перебить. Ну вот, марс оранжевый, капельку розовой, кадмий желтый. Вот это наш основной цвет, который был. Если что, не можно перебить. Либо даже добавить. Здесь нужно вот такую кадмий желтый. Больше в сторону кадмия желтого. Слегка светлее. Зелень. Как мы делали светлую зелень. Вот такое накидать. Чуть-чуть вот это темное доразрезать вот такой зеленью. Слегка добавить темного. Но больше в коричневатую сторону не забываем. Здесь более тепло-коричневые и тени, и саморастительность. И некоторые чуть-чуть сделать длиннее. Здесь можно к низу больше таким зайти. Вот такой зеленью. Потому что слегка свисает зелень. В общем, это уже небольшие такие детальки. Можно их допоказать. Слишком получилось. Снова-таки беру. Слегка доразрежу темным. Если что-то мне не нравится, что
чтобы не потерять всю глубину вот эту тени. Здесь кое-где потемнее. Листочки у нас, в принципе, почти все готово. Можно чуть-чуть светлого кинуть. Возможно, где-то потемнее докидать. Здесь листочки. В общем-то, такое уже мелочь. Можно даже не трогать. Что нам еще нужно? Возьму кисть единичку. Снова берем больше в коричневатую сторону. Голубая ФЦ. Марс оранжевый. Здесь тоненькие-тоненькие есть. Я вот так кисть делаю плоской. Вот так именно. Несколько раз ее провожу, чтобы сам кончик стал плоский. И аккуратненько самим кончиком. Где-то здесь одно вот такое кривое. И вот здесь слегка ниже вот этого большого дерева. Разбавляю пореже, чтобы поверх вот этой всей краски у нас еще лягло вот это. Здесь такие тоненьких кинуть к вот этим вот кустикам, подвести их. И нужно здесь тоненьких накидать. Основа у нас есть. Ну, нужно, конечно, сюда деревья кинуть. Я сейчас вот это расскажу, а деревья уже там все одинаково. Точно так, как кидали на небо, точно так кидаем и туда. Здесь берем кадмий желтый, сначала темный. И более плотными мазочками хорошо разбавить краску. Кадмий желтый светлый с кадмием желтым темным. Делаем краску сметанную, иначе она не будет ложиться. И вот такие вот, вот такая мягенькая, чтобы она была. Хорошо набираем краску на кисть и вырисовываем листики. Вот так. Где-то они кучкой прям легли. Где-то сейчас нужно больше кадмия желтого темного, чтобы не слишком едко смотрелось. У нас все-таки там более пасмурная такая погода. Кадмий желтый темный. Да, вот такое нужно накидать. Хотя оно на камере особо не отличается. Камера не улавливает. Хотя здесь явно видно, что оттенки разные. Ага, я слишком высоко. Но кадмий желтый темный, в общем. Давайте я сделаю вот так. Кадмий желтый темный. Здесь можно даже и Марс оранжевый. Вот здесь есть такие темные листочки. И вот так, как попало, их стараюсь. Ну, как бы не как попало. Мы стараемся накидать, чтобы они были похожи на листики. Но я не стараюсь вырисовывать точно листочки. Вот так. Нет, а здесь чуть-чуть одиночных таких накидать. Добавить вот такой листвы. Вот здесь более пастозно, потому что это более передний план. Нам нужно, чтобы они самой фактуркой выделились на передний план. И вот так я стараюсь их слегка, как бы, не просто капелькой, а вот так чуть-чуть растягивать. То есть чуть-чуть поставил и растянул, вот так. И находим, где основные массивы. Постарайтесь, потренируйтесь. Возьмите один кусочек, сделайте там. И потом доработайте уже. Можете где-то оставить более пастозно, а где-то оставить менее пастозно. И тогда будет казаться, что те листики более на заднем плане, а вот эти, которые более пастозные, они будут казаться более на переднем плане. И здесь точно так. Сначала кадмий желтый темный, капельку Марс оранжевый. Либо розовый можно добавить. Розовый тоже сделает вот такой красивый цвет. Сначала можно вот таких накидать. Этот край можно чуть-чуть. Добавляю больше розовый. Видите, вот такой красивый, как бы, такой красивый оранжевато-коричневый цвет. Ну, где-то больше листик, где-то меньше. Накидали потемнее. И на водичку тоже вот такие оранжеватые накидать. Таких листочков тоже более темные. Марс оранжевый даже лучше добавить. Вот таких. Сначала нужно накидать деревья, а потом накидать вот эти листики. Ну и сюда потом светлее берем и накидываем на эту сторону вот таких листочков. Ну, в принципе, она у нас готова. Сейчас кину вот сюда еще деревья. Ну и в конце чуть поговорим. Я сейчас вот сюда докидаю листочки. Листочки больше с Марсом оранжевым. Кадмий желтый темный, Марс оранжевый вот здесь. Они более в тени, они ведь не открытые к свету. Они на водичке лежат, поэтому они потемнее. Сейчас кину отражение деревьев.
Еще что, когда нанесли деревья, вытираем хорошо овальную кисть, которой делали небо, водичку, аккуратненько. И сначала вертикально и аккуратненько провели по темному, вытерли кисть, вот это слегка. Больше сделать мутно, чтобы больше было похоже, что это водичка. Почаще вытирайте кисть, и вот так добавить мутности. И можно даже вот так, легонечко, чуть-чуть, легонечко-легонечко. Тоже не забываем вытирать кисть. Даже если чуть-чуть небольшие полосочки пойдут, ничего страшного. Больше будет похоже, как небольшая рябь на водичке. Зато она будет мягко погружена в водичку, сама тень. Главное, не забывайте вытирать кисть. Ну, здесь можно, конечно, дорабатывать. Вот эти веточки, допустим, я вижу, что их нужно слегка темнее делать. Но это уже мелочи. Вот здесь можно вот это дерево темнее сделать. Вот эти веточки слегка темнее. Мелочи. Основное мы разобрали. А такое уже кто сильно захочет вот такой мелочушки добавить, уже добавить. Листочки. Кадмий желтый, Марс оранжевый. Сразу вот таких потемнее накидать. Ну, теперь у нас само отражение смотрится более мутно, а листочки будут смотреться на поверхности. Я их тоже делаю слегка пастозно. Слишком плотно тоже не нужно. И все вот так понакидывали. Даже смотрите, где их больше всего. Художник не зря сделал все равномерно. Мне кажется, даже уже достаточно. Где-то здесь чуть-чуть поярче кинуть. Слишком, видите, вот слишком пастозно, плохо смотрится. Во-первых, оно ярко, но я возьму вот так этой же кистью, вытру, просто разобью. Я думаю, достаточно листочков. Можете даже дать подсохнуть, допустим, если что-то не нравится, где-то водичкой перекрыть, либо ну, что-то доработать. Что захочется, можете дорабатывать. Если вам не сложно, поддержите канал лайком, подпишитесь на канал. Повторюсь, если хочется дорабатывать, можно дорабатывать, что-то менять, что-то корректировать. Основу мы сделали. Поэтому на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, за комментарии. Пишите картины, друзья, пишите их с удовольствием. Главное, не болейте. Счастья, мира, здоровья, добра, удачи, друзья. До следующего видео. Пока, друзья.